Распад Золотой Орды привел к созданию в Крыму мусульманского государства крымских татар в 1441 году. Одновременно с Крымским ханством на полуострове существовали христианские государства, Гутия и итальянские колонии Генуя. В этот же период в Крыму жили общины греков, армян, караимов и евреев. Все это делало полуостров многоконфессиональным и полиэтническим субстратом, ставшим питательной средой для возникновения могущественного мусульманского государства. Ислам, став цементирующей основой ханства, превратил Крым в одно из ведущих государств Восточной Европы. Ни один серьезный вопрос в регионе не решался без учета мнений крымских ханов. Одновременно с политическим Крым переживал и мощнейший духовный подъем. По словам исламоведа Михаила Якубовича, в этот исторический период Крым был одним из путей интеллектуального трансфера между Центральной Азией с одной стороны и с другой стороны Египтом, Сирией, Хиджазом и Малой Азией.